Что ты видишь? Проклятые Даны! Гнусные убийцы! Пусть платит Вергельд за тех, чьи тела сейчас на полях! Образумься. К чему Данам убивать тех, у кого даже нет серебра? Вот! Вот идет мерзкий Дан! Спросим у него! Ох, их накапливает! Мою лучшую корову, подлец! Я не трогал твой скот. Молодцы, только ты лишь хуже. Эти саксы готовы биться за своих до конца. Весьма достойно. Спасибо, что пощадил их. Как тебя зовут? Эйвор, из клана Ворона, что в Мерсии. Я Вульфхильда, аббатиса Баркинга и исследовательница. Возможно, мы оба здесь по одной причине? Да, чтобы узреть плод трудов дьявола. Но какое дело Данам до участи селян саксов? Если здесь бродит бешеный волк или медведь, я его убью. Иначе вина за бойню пойдет на мой народ. Рада слышать это, Эйвор из клана Ворона. Посмотри на тела и скажи мне, что за зверь их растерзал? Можно начать с коровьих туш. Следы укусов, но очень странные. И туши покрыты какой-то плесенью, хотя раны свежие. Эй, отчего сдохла корова? От рук Данов. Откуда ты знаешь? Это сделали воины Хродгара. Они поселились в старой церкви и терзают нас. Воинам ни к чему убивать коров. Я слышал, что рядом заметили зверя. Кровь свежая. Куда ведет след? Боги! Какой зверь мог забросить туда бедное животное? Вы смелые, раз вас это зрелище не пугает. Знаешь, а я вот видела все. Все, что случилось здесь той ночью. Кто же это сделал? Волк? Медведь? Или дикий пес? Нет, йотун! Высотой из дерева! И он смеялся, когда рвал тела на части. Прорычал свое имя, Грендель.
Что за зверь оставляет такую плесень на своих жертвах? Женщина обвинила людей какого-то Хротгара. Скотт убили Данны? Кто бы это ни был, убийца хватило сил забросить тушу коровы на крышу. Но та девчонка сказала, что виноват великан по имени Грендаль. Может, это дело рук пьяных данов. А может, это ужаснее. Нужно обсудить все это с Вульфхильдой. Вульфхильда, я опросил всех, кого мог. И осмотрел мертвый скот. И что ты об этом скажешь? Думаешь, во всем виноват волк или медведь? Лесной зверь на такое не способен. Укусы, плесень. Странно это. Так это происки дьявола? Или ожил один из ваших деревянных драконов? Дьявол или дракон не остановились бы на этом. Думаю, все сделали люди. Девочка назвала имя. Грендаль. Нет, смертным не под силу так рвать плоть. Уверена, ты не поспоришь. Я видел, на что способны люди. И это не предел. К чему им бродить в ночи и убивать скот? Верно. Этому объяснения нет. На скот напали уже трижды. Каждый раз те же следы укусов, ударов и пятна плесени. Тут бродит зло. Животных, убитых также, нашли в лесу к северо-востоку отсюда. Что ж, пойдем. Сюда. Поищем еще следы. У тех деревьев впереди. Ты чуешь? Оттуда пахнет злом и гибелью. Да, этот запах мне знаком. Падали смерть. Смрад Локи. Тебя не ранили? Нет, я цела. Спасибо. Я в тебе ошибалась. Ничего, расскажи, что случилось. Эти звери были очень голодны. Скажи, почему ты пришла смотреть на мертвый скот? Я ищу свою корову. Она пропала. И что, нашла? Нет, но тут топор данов. Он принадлежит Хротгару, их вожаку. Ты уверена, что это его оружие? Да. Он вечно машет этим топором, когда требует Эля. Значит, я поговорю с этим Хротгаром. Та женщина уверена, что во всем виновны воины, что живут рядом. Пока других вариантов нет. Я их знаю. Они поселились в церкви у Брисли. Я отведу тебя к ним. Их вожак, Хротгар, славный человек, хоть и язычник. Он не тронул бы скот. У тебя любопытный взгляд на мир, Вульфхильда. И очень мало предубеждений. Как и у тебя. Большинство язычников искали бы ведьму или чудовище, но не ты.
Я видел много странностей, но их причины чаще всего просты. Пусть сперва и скрыты. Верно. Но церковь доверила мне объяснять необъяснимое. Порой благочестия для этого недостаточно. И твоя церковь со всем этим согласна? Нет, лишь терпит. Ведь Люцифер — обманщик. Пути Господни неисповедимы. Так что я изучаю все возможности. И земные, и сверхъестественные. И миришься с присутствием язычника? Возможно. Или допускаю, что и язычники, и христиане служат некой общей высшей цели. Родгара любит пошуметь, а тут слишком тихо. Держись позади, давай я все тут проверю. Люди Родгара, они были добры ко мне. Осторожно, Ульфхильда, вдруг убийца еще здесь. Я его найду. Эйвор, наверху. Еще кровь. Кто-то забрался на галерею. Или затащил туда тело. Здесь те же следы. Укусы, да и раны, нанесены не оружием. Смотри, и тут плесень. Та же, что на тушах коров. Селяне считают ее меткой дьявола. Что скажешь, Эйвор? Думаю, плесень приведет нас к убийце. Хродгар, вожак этих воинов. Да, из Финмарка, и горжусь этим. Пусть мне недолго осталось. У меня дурные вести. Твои воины пали. Но кто их растерзал?
Чудовище! Оно убило нас всех, хохоча! Хохоча! Сломало мой топор, истерзало меня. Я смог доползти сюда. Кто это был? Ты видел? Гнусный йотун. Ночной зверь с края света. Он назвал себя Грендель. И сказал, что вернется. Ясно. Мы с тобой будем ждать его вместе. Нет, мои раны слишком тяжелы. Дух спешит прочь. Отправь их в Хельхейм за меня. Лети с крылатыми девами, друг. А я убью этого Гренделя, кем бы он там ни был. Нет, Дранг. Их было двое. Лучше спрятаться, чтобы не спугнуть демона. Притаимся здесь, пока он не вернется. Отдыхай, воин. Я стану на страже и помолюсь. Хильда, замри. Там что-то есть. Играть. Грендель хочет играть. Теперь Грендель больно. Мама, я хочу домой. Господи, клянусь всем святым, что это было за чудовище? Не чудовище, человек. Как это не жутко, но Грендель был человеком. Но откуда оно взялось? У всех нас есть матери, и он перед смертью звал свою. И у всех людей, даже самых страшных, есть души. Господи. Прости этому человеку его грехи, одари милостью и любовью. Везде плесень. Оставайся здесь, Вульфхильда, я пойду по следу. Вечный покой дай мне, Господи. И вечный свет пусть светит им. Пусть все они упокоятся с миром. Откуда взялась эта плесень? Пойду по следу Гренделя. Идет на юго-запад. Еще плесень. Я на верном пути. Как хорошо. След ведет дальше, в эту яму.
Ну и вонь. О! Видение. Что здесь происходит? Грендель! Грендель! Это ты? Отвечай! Ключ! Отлично, но надо еще найти замок. Как мой сын, его кровь. Где он? Где мой муж? Что это за злые чары? Ты была там, в полях. Ты солгала мне о данных. Ради моего мальчика. Он не хотел никому вредить, но его не понимали. Он хоть и рос, но никак не взрослел. Мой мальчик, мой милый. Дорогой Грендель. Нужно рассказать все Вульфхельде. Сюрпризы ждут меня здесь.
Аббатисса. Эйвр, ты жив? Расскажи мне все. Я сразил чудовище, которое оказалось человеком, а затем нашел и убил его мать. Его мать? Она напала на меня во тьме, я защищался. Но это не подвиг. Бедные люди. Я помолюсь за них в аббатстве Баркинга. Ты уже уходишь? Я должна. Нужно рассказать епископу историю зверей из Восточной Англии. Лучше не упоминай меня. Мне тут нечем гордиться. Конечно. Может, поведать об этом в песне? В юности я слагала стихи. Попробую вновь взяться за перо. Но как о таком спеть? Многим сложно будет поверить в правдивый рассказ. Пусть люди услышат красивую сказку о героях и чудовищах. Ведь истина обычно холодна и редко кому по нраву. Она обжигает, как северный ветер. Да хранит нас всех Бог, Эйвр. Мне пора, но я напишу тебе, как закончу. Прощай. Спасибо тебе, Вульфхильда, и прощай. Сложи славную песню. Какой бой унес тебя?
Убийца лишит нас... Какой король пред... Я не служу... Всех, кто вторгнется, постигнет одна участь. Я разорву тебя! Мои двойники, что это за сеть? У меня много лиц. Что это за колдовство? Ты меня не сразишь. Назад! 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 В полную силу и вырву тебе глаза! Тебе повезло.
Какой бой унес тебя? Всех, кто вторгнется, постигнет одна участь. Я разорву тебя! У меня много лиц. Что это за колдовство? Тебе повезло.
Зайти сзади. Врага!
приближается воин! Ты за это заплатишь! Хватит! Пощады! Найди другого героя, леди! Странно. Все кончено. Можешь выходить. Тарквин? Мой Дэн! Что же случилось? Твой обидчик бежал. Какой-то он тщедушный. Что ты на самом деле тут делаешь? О боже, это же просто игра. Забава. Мой Тарквин, как ты мог? Я думал, что тебя держат против воли. Но мы же просто забавлялись. О боже, ты правда решил, что я в опасности? И рискнул ради меня жизнью. О, ты так храбр, так отважен. Что это за шутки? Стань моим воином! Кто знает, что ждет внизу? Мир полон жутких злодеев. Мне нужен защитник, крепкий и храбрый. Прошу, встань на страже башни. Тогда согласишься выйти? Конечно же! Просто встань у двери! Тогда ни один негодяй ни за что до меня не доберется! Враг идет! О, чудно! Я не шучу! Тихо! Горе мне! Дочери короля, что бежала из родного дома с отцовскими драгоценными! А? Что же, надо бы ее проведать. Ну, с Богом! Сейчас ты умрешь! Победа за тобой! По-моему, нам суждено всегда быть вместе. Похоже, пора мне уходить. Нужно накинуть капюшон. Ну, тебе крышка!
держись! Thank you.
Всё! Как ты мог забыть факел? Чтобы получился настоящий набег, дом нужно поджечь! Я не забыл. Ты же сказал, что возьмешь его. А, болван! Все нужно делать за тебя! Как ты мог забыть факел? Чтобы получился настоящий набег, дом нужно поджечь! Я не забыл. Ты же сказал, что возьмешь его. А, болван! Все нужно делать за тебя! Не забыл. Ты же сказал, что возьмешь его. Болван! Все нужно делать за тебя. Прошу, не мешай нам. У нас трудности, мы разберемся. Надо как-то поджечь дом. Думай, думай. Как ты мог забыть факел? Чтобы получился настоящий набег, дом нужно поджечь. Смотри, незнакомец помог нам. Сюда, Росток! Хотели огня? Получайте. Хотя мне кажется, вам не под силу то, что вы замышляете. Ха! Он держит нас за недоумков. У сыновей Рагнара все идет так, как надо. Ну, не совсем. Сыновья Рагнара? Я слыхал о многих, но о тупи и глупи никогда. Что вы задумали? Хотим испытать себя, разграбив заброшенный дом. Снесли туда все свои ценности, чтобы было сложнее. Даже таким захватчикам, как мы, нельзя расслабляться. Вы бы поспешили. Да, слава ждет. Давай с нами. Не хочется идти туда вдвоем с братом. Этот набег укрепит наше наследие. Кланы будут умолять нас примкнуть к ним. Наши имена будут звучать в залах Вальгаллы. Не волнуйся, юный Росток. С нами из тебя вырастет славный воин. Мне кажется, нам нечему его учить. Давай, брат, как договаривались. Ворвись в эти двери, как ураган. А ты, Росток, смотри, научишься кое-чему. Я в нетерпении. Думаю, по мне заметно. Не получается. Нежный, как ягненок. Дай я. В чем дело? Дверь не поддается. Открой ключом. Ах, да. Куда я его дел? Боги! Матушкин топор. Он внутри. Незнакомец, прошу, верни его нам. Проберись в дом. Я ж говорю, туп и глуп.
Я уже внутри! Топора тут нет! И тут нет! Думайте! Проверь сумки! Умолу! Кажется, я положил топор туда! Нет! Огонь! Похоже, это ключ от двери. Он у меня! Мамин топор! Он здесь! Возвращайся! Ах, вот недоумки! Я невредим, а значит, вам очень повезло. Хм, а я умен. Видно, забрал топор из дома, зная, что этот болван его забудет. И оставил в доме ключ. От вас толку, как от стеклянного молота. Я ухожу. Не слушай эту чушь, братец. Нельзя сдаваться. Скоро мир узнает наши имена.